День добрый! С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы с вами поговорим о создании бесплатного интернет-магазина на платформе WordPress с помощью плагина WooCommerce. Тема сегодняшнего видео – это установка шаблона или установка темы на тот поддомен, который вы уже создали. Я выхожу на тот поддомен, который я уже заготовила. Вот он. Захожу во внешний вид темы, пишу «Добавить новую» и сюда ввожу то название, которое я дала в статье. Эту тему советуют использовать создатели плагина, поэтому мы и будем с ней работать. Вот она у меня уже здесь установлена, но не активирована. Давайте мы ее активируем сейчас. У нас появляется благодарность за выбор этой темы. Кликаем вот сюда «Начало работы с темой». И здесь нам предлагают уже сразу же установить наш плагин. Мы этого делать сейчас не будем. Эта тема у нас бесплатна, но мы можем добавить некоторые вещи платные. Какие вещи? Вы вот здесь посмотрите. Но я вам могу сказать следующее, что данный шаблон, практически его достаточно для того, чтобы создать хороший магазин. Бесплатный вариант, я имею в виду. Здесь есть также дочерние темы. Эти дочерние темы уже заточены под определенный вид продукции. Посмотрите, может быть, вам стоит купить. Цена не такая уж дорогая, но еще раз повторяю, что тот шаблон, который мы сейчас с вами установили, бесплатный вариант, он очень функционален и его практически достаточно для того, чтобы мы могли с вами работать с этим шаблоном. Чтобы выйти на то, что мы видим сейчас с вами на экране, нам достаточно вот выйти в эту опцию, которая появляется у нас, внешний вид, и работать здесь дальше. Итак, это такое коротенькое маленькое видео по установке шаблона Storefront. С вами была Смирнова Ирина. В следующем видео мы с вами устанавливаем сам плагин.